Приветствую, подписота. Новое видео не заставило себя долго ждать. По правде, весь этот процесс отнимает много времени, но я знаю, что я делаю и зачем. А чтобы и вы узнали это первыми, я советую сразу же подписаться на канал. Ну, а если поставите лайк, то вы поможете мне развиваться и дальше. Как обычно, немного предисловия. Много людей начало мне писать в личку. Меня радует, что мой контент вам нравится, и вы хотите присоединиться к игре, спросить мой совет и тому подобное. Я стараюсь всем ответить, но из-за этого у меня физически не хватает времени на какие-то свои дела, есть своя работа. Впоследствии также меньше времени остается на игру. Поэтому постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, чтобы напор сообщений в личку приубавился. Как начать игру с нами? Просто заходите и играйте. Как я говорил в прошлом видео, отыгрывайте местного жителя, чернокожего парня. Лучше, если это будет чистый аккаунт, не создавайте себе проблем и не играйте старым аккаунтом, который светился где угодно, жил уже везде, где только можно, и к тому же он еще и русский. Не нужно искать меня, чтобы начать игру со мной, не нужно писать в ПМ. Во фракции есть мемберы, есть более-менее приближенные ауты, играйте с ними. Состав более-менее формируется, и вскоре на моего персонажа смогут выйти минимальное количество людей. Будет жестче отбор, будет обтачиваться ролплей игра, игра персонажей. На ошибки игроков будет жестче реакция. Потому что, ну, лично у меня до этого был такой себе период освоения. Было сложно, иногда даже не успеваешь преподнести как-то по-особенному свою роль. Все будет меняться только в лучшую сторону. И да, иногда я высказываю свое мнение о некоторых вещах, как я считаю, нужно писать или не писать в чат и тому подобное. Это мое личное мнение, я могу его высказывать в своих видео, ну, это уже ваше дело, прислушиваться к нему или нет. Итак, я постепенно собираю свою команду, затариваемся оружием с денег, заработанными на наркоторговле, начинаем осваивать новые направления бизнеса, сотрудничаем с другими организациями, продолжаем наркооборот. В общем, я прекращу трепать языком, смотрите сами. Let me work.
wakes up in the morning and sees her son life, but that body still hanging from roof. This if I'm pippin', you better not be slipping. I'm piercing your skin as my murder begin. All you busters out here slipping got me thinking devil shit. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone who dares to go against me. I'll kill anyone. На этом все. Следите дальше за развитием фракции. А также совсем недавно я узнал, что логотип, который я использую, это логотип оружейной марки Glock. Поэтому мне нужно его менять, и я решил сделать конкурс. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там будет альбом для конкурса. Делайте свой вариант логотипа, где будет присутствовать мой никнейм Glock. Работы принимаются до 8 апреля. Затем я выберу лучший, по моему мнению, логотип, который я буду использовать. А автор этой работы получит 30 секунд времени в моем видео. А что будет в этих 30 секундах, решает он сам. Ну, конечно же, в рамках разумного. У меня все. До новых встреч. Пока.